Аэропорт Анапы соединят с городом железной дорогой. Новая железнодорожная ветка свяжет железнодорожную станцию Анапа с аэропортом. Строительство запланировано на 2021-2023 годы. Новая ветка будет представлять собой однопутную дорогу. Железнодорожная станция расположится в 300 метрах от аэропорта и должна заработать в 2023 году. Также в рамках предстоящей реконструкции терминала аэропорта в курортном городе построят новую привокзальную площадь и прилегающую к ней автобусную станцию и стоянку для такси. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка Восточный. Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. Покупателей базы приятно порадуют ее низкие цены. Традиционно свою продукцию в первичном ассортименте – овощи, фрукты, специи, грибы и не только – жителям и гостям курорта здесь предлагают более чем 100 фермеров со всей Кубани. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.